Бесконтактный светофор установили в Красноярске. Устройство появилось на перекрестке Шахтеров-Березина. Чтобы перейти дорогу, достаточно просто помахать рукой перед сенсором. Через какое-то время пешеходам загорится зеленый свет, а сам сенсор окрасится в красный и начнет обратный отсчет. Если табло голубого цвета, значит, устройство исправно и работает. Разработали светофор в Красноярске, пока его тестируют. Если сенсор пройдет испытание, он появится и в других районах города. Данную кнопку уже сразу изначально встроено звуковое устройство, которое можно будет регулировать как для слепых пешеходов, также можно будет добавить речевое сопровождение, там «стойте, идите, ускорьте шаг».